смотрю на тополя под моим окном. Все меньше листьев, скоро будет зима. Но даже если зима будет долгой, едва ли она будет вечной. Но тем временем, что же мне делать с такой бедой? Какая роль здесь положена мне? Для тех, кто придет ко мне, чайник держать на огне и ночью писать письма с границы между светом и тенью. Медленно, но мы движемся наверняка, меняя пространство на ощупь. От самой нижней границы до самой вершины холма мы знаем все собственным телом. Никто не пройдет за нас по этой черте. Никто не сможет сказать, что здесь есть. Но самый юный географ скоро сможет об этом прочесть в полном собрании писем с границы между светом и тенью.